Всем привет! У нас сегодня есть подарочек для дочери, для Кирочки. Итак, что же это будет за подарок? Та-да-да-дам! Что это такое? Что это такое? Детектор шума узнает лай собаки. Разбитое окно, плач ребенка, сирену. Звук, волны, радио, подкасты, новости, сказки. И называется это все «Салют». Это Сбер Бум Мини. Можно ставить лайки. Что это такое? Срочно надо открыть. Если Сбер, значит интересно. Если Сбер, то интересно. Да. А чем ты Сбером пользуешься? Ну, там... Вордли. Это самое главное. Ты в Вордли играешь? Да, очень прикольно. С тобой. Ты на Sberbox Top играешь. У тебя. Синенький цвет. Был голубой, был красный и был вот такой вот цвета дерева. Ну там бежевенький, как детская неожиданность. Здесь есть крепление на стеночку, есть питание, нету аукса. Ну ладно. Ну что, попробуем посмотреть, что еще, и подключим. О, что-то есть. Блок питания. Да. Блок питания. Кому интересно, характеристики. Смотрите сюда. Ну и напишем на экране. Не помню, у кого есть такой, но Google Home точно не такой. Вообще бывает. Так. Включаем. Пока посмотрим паспорт. Можно пройти на Go. Сбер.ру и активировать, если у вас iPhone. Включи сказку. Умное устройство. У кого проблемы с Дигмой на Сбере? Мы знаем, как решить эти проблемы. Подписывайтесь на нас, телеграм-канал на наш. Мы вам расскажем. Привет. Я Джой, твоя виртуальная ассистентка. Сейчас мы вместе настроим умную колонку. Для начала отсканируй зеленый QR-код на инструкции или зайди на сайт google.sber.ru. Да, все хорошо, но нам нужен телефон, на который мы записываем. Поэтому придется пока сделать паузу, подключить и потом посмотрим, что получилось. Пока пауза.